В Мамлютском районе при подворном обходе полицейские обнаружили у местного жителя охотничье ружье ТОС. Мужчина рассказал, что нашел его весной во время полевых работ. А в Жамбылском районе стражи порядка изъяли ружье ИШ у пастуха на отгонном участке. Факт незаконного хранения выявлен при проведении плановых отработок по предотвращению скотократства, экологических и других преступлений. Со слов пастуха, оружие найдено им на болоте. Полицейские напоминают, незаконно хранящееся оружие представляет опасность. Оно может стать причиной несчастного случая или попасть в руки преступников. С начала текущего года на территории СКО сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота 64 единицы незарегистрированного оружия. Призываем жителей Северо-Костанской области добровольно сдать в органы внутренних дел имеющие у них в наличии незарегистрированное оружие. При этом вы будете освобождены от уголовной и от административной ответственности после определенных проверок.